Эта молитва просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем лицам вместе, а потом к каждому лицу Троицы отдельно, к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши, к Богу Сыну, чтобы Он простил беззаконие наше, к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова «имени Твоего ради» относятся ко всем трем лицам Святой Троицы вместе –